Привет всем, сегодня 18 мая, вышел прогуляться перед сном, сейчас время 10 часов вечера и вот так светло на Кольском полуострове, белые ночи начались, время без 10, 10. А сегодня начал активно таять снег и вода пошла с гор в город большими потопами. Сейчас я иду посмотреть, в каком состоянии наши лотки, наша теплотрасса. Говорят, что ее затопило. Я на нашем участке. В общем, мне сказали, что наши лотки поплыли. Я решил посмотреть, как это плывут лотки. Ну, здесь, в общем, вот такая картина. Сейчас талый снег. Гор бежит, и все это вода большим напором бежит вниз гора. Ну и соответственно в наших лотках лотки не плывут, стоят, но как бы получается как канал для воды. В общем, вот столько воды, не знаю, в течение, наверное, 2 недель будет, в зависимости от погода, может больше. Здесь недавно у нас произошел один инцидент. Какие-то мудаки подошли к трубу. То есть столько людей старались, работали. Кто-то взял, просто поджег, облил бензином, наверное, и подожгли. Если бы не потушили, то, возможно, бы и больше сгорело, чем те куски, которые лежат за дорогой. Мне непонятны поступки таких людей, которые уважают чужой труд. Как так можно просто взять и испоганить труд людей, которые потратили на это очень много времени, физических сил, материально. Ну, мудаки, одним словом. Ну, в общем, вот такая весна кировская. Весна скоро заканчивается. Я уже сказал, 18 мая, завтра 19 будет, но снег начал только таять в начале лета. Черноземье, Саратов, Приволжье. Сейчас стоит жара от 30 до 35 градусов. А здесь только вот чувствуется как бы весенний воздух. Так что, если из жары хотите вернуться обратно в весну, встретить весну, то вот приезжайте в Кировск. Вернитесь назад в весну.
испачкался немного во время этой прогулки от такой грязищи. Но вся эта вода сейчас идет вниз в город. И туда, где я сегодня снимал вечером, то есть после работы, ну, где стоит наш строительный городок, и впадает в речку, видимо, которая протекает там ниже. В Кировске очень много туманов. Осенью, весной, и, видимо, еще и летом будут туманы. С гор будут спускаться облака и накрывать этот город.